Падает, падает. Снег. Итак, сегодня у нас 27 января. В Москве снега просто тьма. Вот если мы приблизим, то мы увидим целые шапки на деревьях. А там и моя горка. Машинах. Что твоя горка там? Где там не видно. Не видно? Ну-ка, сейчас мы посмотрим. Ну-ка. О, бабушки, как фотоаппарат-то приближает. Хорошо. Вон все счищают. Наш каток весь в снегу. Тут окно наше все в снегу. Тут вот цветочки наши радуются уже хорошим лучикам. А тут Танюшка собирается делать уроки. Да, Танюшечка? Моя деточка. А Надюшечка уже читает. Что читаешь, дочень? История? Толстый, литература. Это Салтыков-Щедрин или кто? Это... Кто это? Чехов. Чехов? Это Толстой от Чехова. Нет, так рассказ-то чей толстый и тонкий. Мне кажется, Чехова. Не видно? Ну ладно. Так, идем дальше. Мари. Баба Галя наша болтает по телефону. Сейчас Татьяне перешлю Лёшку фотографию какую-нибудь с улицы. Катюшка пришла. А по Вайберу я могу переслать? Ну, по Вайберу перешли. Ну, хорошо, вчера. Ладно. Сейчас это... Ну, это наша елка разборная. Уже почти разобрана. А папа там пар... Так, это кто так делает? Специальный насадка там есть для чистых котов. Так, выключите пока.